Парни, всем привет, с вами Винни, и сегодня на сайте CaseDrop. Это новый сайт, который там набирает популярность. На этом сайте есть розыгрыши, на которых можно поучаствовать, просто открывая кейсы, которые здесь есть. Вы получаете за них билеты и участвуете в этих розыгрышах. Здесь есть ежедневный розыгрыш и еженедельный. Вот здесь можно сменить язык, если вы будете искать. Также здесь есть ответы на популярные вопросы. Есть более информативный блог, где можно прочитать про розыгрыш, кто выигрывает, сколько у тебя там билетов. Также есть топ игроков, где вы тоже можете себя найти, если вы будете открывать на этом сайте. Также здесь есть пополнение из 4 стран, это Украина, Россия, Белоруссия и Казахстан. Россия может пополнить с карты, также с Мир, Киви, Юмани, скинами, и биткоином и разными другими платежными системами. Есть промокод Винни, который вы можете активировать, он будет в описании, так же как и ссылочка, которая вам даст тоже бонус. Если вы зарегистрируетесь по ней, также промокод Винни вам дает 15% бонуса пополнению, то есть вы пополняете на $5 и вам еще $0.75 дается на баланс. Также на этом сайте прикольные кейсы, они выглядят красиво, и их очень много. Давайте будем приступать, наверное, играть. Вроде бы все вам рассказал. Так, давайте начнем первый кейсик. Так, первый кейсик открываем. Так, нам выпадает глок 18 Moonrise, который стоит $0.57. Ничего страшного. Здесь можно открывать не по одному кейсу, а сразу по 6 или по... От 1 до 6, короче, можно выбирать кейсы. Но есть быстрое открытие, которое вы тоже можете использовать. Также на этом сайте, кстати, я забыл, есть бесплатный кейс. Когда вы пополняете баланс, он вам сразу становится доступным, вы можете его открывать. Он будет доступен в течение недели, после того, как вы пополните. Давайте откроем кейс террорист, быстро. Открываем, она выпадает пушка за $10. Давайте продадим, наверное. Продаем пушку. Так, на балансе уже $98. Начинаем мы с 90. Пока она закупила. Давайте откроем ледниковый период. И она выпадает Star Trek AWP Worm God. Она стоит $4. Немножко не в окупе. Ладно, ничего страшного. Можно открыть зеленый мир один разок. Вот здесь, кстати, есть история, кому что выпадает из топового дропа. Если вам что-то выпадет прикольно, вы будете здесь высвечиваться. Выпадает пушка за $1.77. Так, давайте откроем пиратский залив два раза, быстро. Она выпадает на $3.76. Откроем медленно пиратский залив. Так, она выпадает, два скина. Один из которых очень дорогой. И он стоит $20. Ничего так. Можно продать. У нас на балансе уже $112. Давайте откроем Netflix один раз. Открываем. Здесь, кстати, на этом сайте также показывают, сколько скины стоят. В зависимости от редкости. Здесь вы можете посмотреть. Она выпадает пушка за $7. Давайте продадим. Пока нас не окупают. Так, давайте откроем кейс читер один раз. Открываем, смотрим. Star Trek Famous Neutral. Neural Net выпадает за $2. На доллар мы не в окупе. Так, ну что, Overpass давайте откроем один раз. Было прикольно выбить такие перчи. Так, выпадают долбреты Demolition. Теперь стоит $4. Это нас тоже окупает. На планете уже $110. Я попробовал открыть нашел панкил один раз. Дорогой такой кейсик. Представляете, кому-то ножик выпал. Так, ну она выпадает АВП Ненуар. Который стоит $25. Давайте пока себе оставим ее. Так. Мне кажется, можно геймерский сетап два раза быстро. Я выпадаю на $9. Ладно, ничего страшного. К
пока нас не окупает. Давайте еще раз сыграем, только два раза медленно. Так, выпадает М4А4 на Ненуар. Так. Ну, давайте продадим. Это нас окупает. Кстати, я так подумал, можно продать эту. Этот тарик. В балансе $100. Давайте откроем сладкий рай. Три раза. Так, выпадает нам. Ну, $2.48, это нас не окупает. Давайте откроем какой-нибудь из осенней коллекции, Октябрьфест, который стоит $10. Здесь вот прикольный дроп. Надеюсь, что-то интересное выпадет. Star Trek M4A4. Нормально, который стоит. Так, давайте оставим себе. Она нас нормально купила. Так, давайте еще раз откроем ваш One Kill. Хотя нас и так уже нормально так окупило. Но выпадает Star Trek M4A4 The Emperor. Который стоит $24.87. Ладно, это нас не окупает. Но мы и так уже нормально окупились. Ледниковый плит можно два раза открыть. Так, продаем все за $6. Так, День Благодарения открываем. Так, выпадает АВП Pit Viper. Продаем. Это нас не окупает. Так. Что можно купить в Огненный Дракон? Хотя нет, не будем открывать Огненный Дракон, нам и так уже нормально так выпало. Так, давайте Осенний откроем. Попадает пока фигня какая-то. $3, который стоит. И давайте откроем кейс какой-нибудь. Давайте Зеленый мир откроем два раза, быстро. Это на $3. Давайте еще раз откроем. Это на $2. Давайте 4 раза откроем. Попадает на $17. Юспик прикольненький выпал. Это нас окупило. Так, я бы открыл Happy Birthday. 3-6 раз, быстро. Попадает на $3, 60 центов. Давайте откроем Осенний кейс, два раза медленно. Так, и нам выпадает 20G08, слышит. Так, давайте откроем Netflix один раз. Так, выпадает Glock 18 Water Element, который стоит 95 5 центов мини-выкупе. Оверпасс давайте откроем еще раз. Так, ну давайте быстрое открытие сделаем. $5 выпало, давайте еще раз. $7. Еще раз. Нет, не окупает. Так, давайте контртеррорист откроем 3 раза. Так, не окупает. 5 не окупает. Давайте еще раз. Аристократ. Давайте продадим. Так, ну я бы Хэллоуин открыл. Давайте откроем Хэллоуин два раза. Так, выпадает калашик Сафартинет. То есть все стоит $9. Ладно, это нас не окупает. Так, давайте какой-нибудь фарм. АВП фарм откроем 4 раза. Смотрим. Так, а нам ничего не выпадает. Давайте откроем быстро. Ничего не выпало. Нам еще раз быстро, тоже ничего не выпадает. Фарм пока у нас не сработал. Уфо давайте откроем 3 раза. Кейсики здесь очень прикольно выглядят. Так, смотрим, все выпадает на $12. Вот это вот нас уже окупает. И давайте откроем еще раз Netflix, и, наверное, на этом будем заканчивать. Можно выводить пушечку.
Так оно выпадает там в блок 18 утра элемент, который стоит $10. Ладно, в принципе, можно уже выводить пушечку. Давайте нажмем получить. Так, эмочка нам пришла. Давайте ответим на предложение. Нажимаем подтвердить. Принять. Так, давайте посмотрим инвент. В инвенте она уже появилась. На этом будем, наверное, прощаться. В описании будет ссылочка на этот сайт, по которому вы получите бонусы. Также ввязайте промокод, который будет тоже в описании. Ну, а мы будем прощаться. С вами был Винни. Всем пока, до новых встреч.